Но тем временем в американской Калифорнии на смену масштабным пожарам пришли проливные дожди. В штате растет число жертв и пострадавших в результате оползней и наводнений. По последним данным, погибли уже 18 человек, еще 43 значатся пропавшими без вести. Самая тяжелая ситуация в Санта-Барбаре. Там разрушено около сотни домов, 150 человек госпитализированы с травмами разной тяжести.